Да. Готово, да? Значит, самое жизнерадостное стихотворение вот за этот год, так и называется, «Утро бодрое». Ни секунды не помедлю, выспавшийся, шустрый, с потолка снимаю петлю, заменяю люстрой. Бродят солнечные пятна, радостью чреваты, и одно лишь непонятно, что же я вчера-то. Утро выгорит до хрусту, день подобен пеплу, с потолка снимаю люстру, прикрепляю петлю. Так и буду, как во сне я, сам себя мурыжить в этом мире, где честнее вымереть, чем выжить. Вот.